Всех приветствую. Что-то немного паутов, многовато, мне кажется. Капец какой. Мопед облепили. Они, видимо, на тепло реагируют. Вон, к двигателю все стремятся. Он горячий. Детекторы у них, видимо, срабатывают. Короче, едем в нашу заимку. Будем сегодня строить навес. Скоро начнем заготавливать веники березовые. Видео такое мрачноватое будет, без солнышка. Да ладно. Там на всю неделю обещают такую погоду, поэтому ждать у моря погоды не стоит. Делами надо заниматься, потому что уже заготовка скоро вот-вот начнется. Березовых веничков построим здесь. Навесик такой, небольшой, наверное. И будем заготавливать, сушить. Потом пожарим на вечер, вечерком. Ну или на обед купаты. Свиные взял с собой. Короче, отдыхаем и работаем на свежем воздухе. Спину-то кусают, подлюки. А мази-то уже не осталось толком. Надеюсь, не сожрут. Так. Так вот, пару пакетиков для бодрого чаечка. На горелых деревьях, на горелых березках вот на этих вот такие вот черные штучки появились. Интересно, что это за штуковины. Бородавки какие-то поулазили. Погода даст сегодня поработать или нет? Интересно. Что-то все подзатягивает. Так, ну все, чаечек попил. Поставил яички вариться на обед. Пойду искать Валежины. Все, конечно, хорошо. Единственное, что валежника, во-первых, здесь его нету практически. Надо ходить вон искать по болотинам везде. Во-вторых, здесь березняк, а не сосняк. Вон там немного перемешку сосняк есть. Но молодой еще. Валежника тоже нет. Хорошо, что навес сделал. Хорошо поливает.
Да. Виднеется просвет. Надолго нет. Ладно, пойду хоть одну бревешку успею отпилить, может. Так, так, так. Сделать навесик бы. Там и сидеть удобнее будет от дождя. Здесь раньше вырубка когда-то была. Потом перепахали и засеяли деревьями. Ну вот сколько такой березки, лет 30, наверное, назад была вырубка, значит. Поэтому лес такой чистенький еще. Сильно валежника нету, все чистенько такое, аккуратненько. Деревья в рядочек. Все, нормально будет. Чем в буреломах где-то там поползать. Место это 30 километров от города. Тишина, экология, природа. Короче, одни плюсы от этого места. Вот только деревья. Когда-нибудь обновятся, надеюсь. И будет вообще красота. Пока что такие поджаренные, так не очень красиво. Ну, думаю, год-два и все нормально наладится уже. Мне бы только захотеть хоть кадушку, хоть корыто, хоть избу построим. Так, следующее. Тут есть предчувствие, что надолго это затянулось. Блин. И выезжать-то тоже под дождем. Вот это минус на мотоцикле ездить. Придется сидеть ждать, когда кончится. Тесновато. Скорее бы тот большой уже построить. Наконец-таки кончился. Целый час просидел. Сосисочки уже почти дожарились. Сейчас перекушу тогда. Пойдем дальше работать. Нормально, сейчас перекрытие буду делать. Что-то вообще там грохочет. Такая здоровенная туча. Не знаю, пронесет, нет. В такую погоду особого настроения даже нету. Пасмурно, хмуро. Дождик, комары. Солнышко, солнечную, ясную погоду. Даже заниматься на улице приятно. Ну а в такую не очень, но надо.
позавчера дождик так и не прекратился. Выезжал под дождем, доехал весь сырой до нитки. Вчера тоже целый день дождик поливал. Ну а сегодня вроде обещают 20% осадков только. Вполне вероятно, что вообще не будет. Пока что с утра вроде небо чистое, не затянуто. Так что будем продолжать строительство. Привез в этот раз с собой тента 15 метров, бензин, умывальник даже взял. И так полный рюкзак еще всякого барахла. Ну вот пока чаек заваривался, собрал такой вот небольшой навесик. Ну вот здесь вот такая вот неплохая березонька лежит как раз на дороге, все равно ее пилить надо будет. Еще не сильно старая, не сгнившая. Из нее сейчас буду и пилить. Thank you.
листалечка от бересты заготовил. На будущее пригодится, на растопку. Кто-нибудь увидит тут кучу бересты, подумает, что я тут поджиг готовлю. Паутов, блин, капец, эти слепни сжирают просто. Мазь от них не помогает. Пойти чайку попить. И уже продолжим. Наконец-таки приобрел себе наборчик, что-то недорогой, за 1000. 1000 с чем-то. Ну, вот такой чайничек мне вполне хватает. Тут кастрюлька 1,5 литра и сковородочка. Так поудобнее, и места мало занимает, и легонько все. Чайничек у меня был, но он тяжелый. Сковородка тоже домашняя, из дома брал. На 9 часов обещали грозу. Время 10. Пока. Тьфу-тьфу. Небо чистое. Никогда не покупайте бледные по цвету рулетки. Надо какую-то яркую покупать, чтобы видно было ее. Синяя, темно-синяя у меня рулетка была. И все, я не могу найти уже. Где-то в листве затерялась. Ангарчик 3 метра в длину, 1,90 метра в высоту, по ширине тут, ну, 2 с лишним, наверное. Маслянок утром нашел, который, главное, один, уже нынешний, я думал, прошлогодний, такой большой, нет, нынешний, почти даже не червивый. Почему один? Больше не видел, что-то не видать. Веточки падают. Странно как-то. Такую конструкцию выбрал из-за ее простоты и экономии валежника. Если сделать такой, здесь стены, считай, сколько валежника надо. На крышу надо валежник. Здесь на крышу уже не надо. И только две стены. Торцы уже там совсем чуть-чуть. Валежника здесь особо нету, поэтому такой ангарчик лучше подходит для этого места. Будет одного не хватать, можно еще один будет состряпать.
Так. Столик надо сделать. Полкило рожек со шпротами приговорил. А говорил, есть не хочу. Я еще встал-то сегодня. В 3 часа ночи. Чаю попил и выехал, чтобы сюда пораньше приехать. Пока доехал, уже утро. Печенюшками только завтракал. Дома бы за это время пару раз поел и пару раз бы перекусил. В лесу что-то делом займешься, даже про еду ты забываешь. А надо есть, силы, силы покидают. Перекусывать тоже не дело. Вот один чай в лесу зузишь. Ладно, сейчас позанимаюсь еще немножко. Что-то так уже подустал. Для сушки веников
нужно темное проветриваемое место. Поэтому с весовой 10 крышу закроем, а торцы буду делать обрешетку здесь и оставлять, чтобы проветривалось, продувало. Дверки надо будет все сделать и обрешетку, чтобы козлики не заходили, а то схрумкают так быстро там все веники. Нормально. Ну что, ребят, принимайте работу. Вот такой вот фиг вам называется. Или как его там? Шалаш. Натянем проволоку. Тут даже 3-4 ряда, наверное, выйдет. Веники 50-60 сантиметров длиной. А здесь скат на 2 метра. Ну все, остается проволоку натянуть, торцы заделать. Все, в принципе, сушка готова. Надо еще купить пленки или такого же укрывного сюда сделать, чтобы прятаться от дождя. Гараж. Ну, гараж потом сделать. В следующей серии заделаем. Доделаем торцы. Проволоку натянем. Сегодня все, уже не могу. Спина отстегивается. Чай допью. Оставшийся. Опять воды не хватило, блин. Хожу, по глоточку пью. Берегу. Сушняк, капец. Пить охота. 2 бутылки брал с собой, но не хватило сегодня. Все, уже вот этот последний чаек. Водичка. Сейчас выезжать буду, там родничок есть. Напьюсь до отвала, наверное. Ведро сразу выпью. Ладно. До скорых встреч. Всем счастья, здоровья.